Офигеть, он прям летит. Всем привет, друзья, зрители. Уникальные моменты, которые я вам сейчас покажу, вы не поверите, но МКС засек в необычном формате неопознанный летающий объект. И это только начало о том, что вы даже не представляете. Много раз я показывал, рассказывал о том, что от нас скрывают, и даже говорил тему о этих необычных объектах. Но сегодня будет очень необычный формат видео, который вас, наверное, будет шокировать. Я уже много-много времени пытаюсь донести до вас правды. И где не происходят эти необычные климатические события, там происходит всегда кое-что, да потом другое. Что я имею в виду? Перед вами неопознанный дискообразный объект, который был заснят на МКС. Как утверждают, данные были засняты в 2024 году. 7 января. Не странно вам? Мне кажется, странно здесь не это, а странно то, что ни СМИ, ни спутниковые другие каналы не могли этот объект засечь. А знаете, откуда этот объект был замечен? С какой стороны? Со стороны России. Там же он и вылетел, со стороны России. Вам не кажется, что-то странно происходит? Ну ладно, это только малая часть. Вот и еще очень интересный момент. На американский авианосец был, как утверждают, нападение объектом НЛО. Посмотрите на американский авианосец, как пикирует, можно сказать, на воде. Такое вы еще никогда не видели. Полицейский разворот. Но все очень просто. Посмотрите еще кое-что-то. Вы не замечаете, на авианосце нету самолетов. Это говорится о том, что все самолеты были запущены с этого авианосца для отражения атак этого объекта. Ведь все знают, что авианосец не может один находиться в море или в океане. Его сопровождают несколько десяток кораблей. И вот что происходит. То, что вы сейчас видите, это засекли именно сперва американский дрон, а потом группа спасения на вертолете. Они не могли подлететь к этому авианосцу. Но суть не в этом. Суть в том, что на эту необычную угрозу не было атак. НЛО просто-напросто летел за этим авианосцем, и все. А все, которые были самолеты, выпущены с этого авианосца, были уничтожены этим объектом, потому что все истребители начали наносить ракетные удары. Что на самом деле очень странно мне. Может, это и фейк, но думайте вам. Опять же, все очень странно. Вот, например, один из этих видеосюжетов. Мы видим, как ракету выпустили, а пассажирский самолет, который пролетал рядом с этим необычным форматом видео, были очевидцами шокирующих событий. Посмотрите внимательно, что происходит. Ракета уже где-то минуту в небе. Все начали бояться, что происходит. Даже начали утверждать, что это вторжение. И была запущена баллистическая ракета с термоядерным боеголовкой. И что самое интересное, ракета попала в цель, никто не сомневался, но отражения именно этим объектом не было. И суть в том, что ракета взорвалась. Как вы думаете, что стало с этим объектом НЛО? Я вам скажу еще очень интересный момент. То, что вы сейчас увидите, вы никогда не поверите в такую необычную ситуацию. Где вы это могли заметить? Фильмы? Это не фильм. То, что происходит реально в космосе, в небе, останется теперь в небе. Взрыв был, но этому объекту НЛО, как утверждают, ничего и не было. Как будто у него защитная оболочка, которая отразила весь этот удар. Но опять же, нам показывают, как все происходит интересно, хорошо и необычно. Но я не хочу вас пугать. В последнее время и летом мы начали замечать несколько удивительных факторов. В горах Кавказа как будто начали появляться огромные пирамиды. Нет, они там были. Но суть не в этом.
Суть в том, что каждый человек прекрасно замечал необычный формат гор. Треугольник, пирамида и так далее. И суть в том, что нам начало интересно казаться, почему посередине гор находится этот необычный треугольник. Мы решили подойти ближе и заметили, что входа в эту пирамиду нет. Нету, потому что за много тысяч, миллионов лет все засыпало землей. Но мы заметили ночью, как необычные шарообразные огни подлетают к этому необычному треугольнику. И мы заметили, что там реально есть что-то интересное. После этого мы решили днем приехать и увидели необычную картину перед вами, неопознанный летающий объект. И это было так страшно и интересно. Мы были в ужасе. Но опять же, не только происходит везде, в горах Кавказа, в разных странах происходит еще интереснее. Вот, например, один из этих кадров, который вы наблюдаете, было заснято в Грузии. Неопознанный летающий объект завис. А вы не замечали, почему в Грузии расположено множество крестов в горных массивах? Подумайте хорошо, кто там был. Это не просто так поставлены кресты. Мне кажется, что-то надвигается. Или судный день, или что-то наподобие. Но все это вы скажете сказкой, как и этот видеосюжет. В том же месте, где мы были и в Грузии, мы находили огромные пещеры, которые уходили по несколько сотен, а даже и тысяч метров под землю. Как вы думаете, для чего это было создано и для кого? Местные люди так и не отвечают. Ведь множество людей и так верующие, поэтому они сказали: «Молодые люди, вы видели кресты?» Мы сказали: «Да». Теперь подумайте, почему кресты ставят именно на холмах и почему вы носите кресты. Задумайтесь, пожалуйста, друзья. То, что происходит в мире, это не значит, что все хорошо, стабильно и так далее. Каждую секунду может появиться неопознанный летающий корабль или что-то похожее на сущность. Я с вами сегодня прощаюсь, потому что множество интересных моментов я вам показал. А дальше думайте, как хотите.